Девочки, всем привет! Вчера увидела вот этот вот узорчик и не могла просто устоять. Решила отснять, за вечер вот связала вот такой вот следок. А второй сейчас мы будем вязать вместе с вами. Для вязания таких следков нам понадобится, как всегда, резиночка вот такая катушечная. Два маркера. Ножницы. Крючок номер два. Так, пряжа. Я взяла вот такой вот цвет, розовенький и бежевый. И теперь по пряже. В этот раз у меня даже есть этикетки от пряжи. Розовая вот эта пряжа. Это у меня детская новинка. Вязать мы будем в одну ниточку. 50 грамм, 200 метров. Написано ярко-розовый цвет номер 11. Это чистый акрил. Вот. Вот эта пряжа у меня. Это секрет успеха. Это чистая шерсть. 100 грамм, 250 метров. Конечно, долго она у меня лежала. Очень колючая пряжа. Только носки с нее и вязать. Больше ничего я не могу придумать с нее вязать, потому что кофту я бы не стала такой пряжи носить. А это у нас пряжа Comtex, этикетку я не нашла, называется Соната, 100 грамм, 500 метров, 50 шерсть, 50 акрил. Ну, здесь ее капельку надо, господи, любую пряжу можно взять и все. Так, что дальше? Дальше я вам расскажу теперь, как узнать, сколько нам надо столбиков с одним накидом. У меня обхват стопы 23 сантиметра, а длина стопы, это длина 24 сантиметра. Как узнать нам вот это количество столбиков? Вот, вяжем вот такую вот цепочку. Вот так. Вот в этой части, чуть выше пальчиков, где у нас широкая, потому что подъем нам здесь же не нужен в следиках, это же не носки. Все, вот так чуть свободненько, чтобы было. Связали, посмотрели, посчитали, сколько у нас здесь петелечек получилось. Ну, у меня где-то 50 петелек. И все. И значит, вот здесь нам надо вот такое вот количество петель. Ну что, начинаем вязать. Берем ниточку, набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вот здесь мы держим пальчиком шестую петельку, делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Накид. И вот где держали, вот сюда, вот смотрите, вот мы вводим наш крючок и провязываем столбик с одним накидом. Вот все, мы два столбика вот провязали. Два столбика готовы. Вяжем третий столбик с одним накидом. Три столбика. Четыре. Пять. 6. Все, 6 столбиков мы провязали. В этот последний столбик мы делаем, в последнюю петелечку мы делаем 2 столбика с одним накидом. Провязали, теперь делаем накид. Вот эту пропускаем петельку, где 2 столбика вязали, в следующую. Вот, вводим крючок, вяжем один столбик с одним накидом, это раз столбик, следующую петельку, 2, 3, 4. Кот у меня там веселится. 5. И вот здесь, где было начально, мы шестой столбик вяжем,
где 3 воздушных петли было. И сюда же мы вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Все, вот провязали. Теперь соединительный столбик надо. Мы вот сюда вводим крючок, вытягиваем и протягиваем через нашу петельку. Все, вот что у нас получилось. Теперь делаем 3 воздушных петли, накид, вводим вот сюда крючок, где мы делали соединительный столбик, провязываем столбик. Теперь в каждую петлю мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. Прям в каждую петельку вяжем по 2 столбика с одним накидом. Вот так. Все, вот так мы провязываем до конца ряда. Все, мы провязали второй ряд, будем вязать третий. 3 петли подъема, накид, вводим крючок туда же, где был соединительный столбик. Все, провязали. Теперь следующую петельку 1 столбик с одним накидом, следующую петельку 2 столбика с одним накидом, 2 столбика с одним накидом, следующая 1 столбик с одним накидом, следующую петлю, потом следующую петлю 2 столбика с одним накидом. Все. И так мы вяжем до конца ряда. В одну петлю 1 столбик, в другую петлю 2 столбика с одним накидом. Все, провязали мы третий ряд. Теперь вяжем 3 петли подъема, уже начинаем наш узор. Накид, и в эту же петелечку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Вот у нас получилось 3 столбика с одним накидом. В одну петлю накид делаем, пропускаем 1, 2, 2 петли, в третью вводим крючок и вяжем в эту петельку 3 столбика с одним накидом. 3. Накид делаем, пропускаем 2 петелечки, в третью вводим и снова вяжем 3 столбика с одним накидом. Все, вот так вяжем до конца этот ряд. Все, я так провязала 16 рапортов. Делаю соединительный столбик, провязала. Все, теперь делаем 3 петли подъема, накид, и вот сюда между вот этими двумя, где мы по 3 столбика вязали, мы вводим крючок и вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Все, вот провязали. Вот что у нас получилось. Теперь берем мы розовую нитку, делаем накид ею, пальчиками вяжем, держим тут пальчиками нитку, вводим между двумя, вот сюда, провязываем наш первый столбик, подтягиваем ниточки. Все, один провязали, второй. Смотрите, нитки между ними прям вот я пропускаю. Вот между ними они находятся. Все, провязала. Теперь эту ниточку отпускаем, берем нашу синюю нитку, накид делаем. И между вот этими снова, прямо между ними, вводим вот так крючочек и снова вяжем 3 столбика. Здесь розовый подтягиваем. Все, 3 столбика вяжем. 2, 3. Так, 3. Все, теперь меняем ниточки. Вот эта синяя будет здесь у нас. Делаем накид. Синяя теперь у нас будет здесь лежать. Все, делаем 3 столбика с одним накидом. 2, 3. И все. И так мы вяжем до конца этот ряд. Все, вот закончила я.
розовым цветом этот ряд. Делаем соединительный столбик розовой ниточкой. Нитки не отрезаем никакие. Она у нас остается. Делаем 3 воздушных петли, накид. И вот сюда, между розовой и синей, вяжем розовой 2 столбика с одним накидом. Вот, получилось как бы 3 столбика с одним накидом. Делаем накид. И вяжем снова 3 столбика с одним накидом. Теперь мы вяжем только розовой ниточкой. Этот ряд мы будем вязать. Накид. Вводим нитку. И можно вот эти петельки, вот нитки, которые там лежат, можно тоже поднять наверх их, чтобы они красиво смотрелись. И все вот так вот вяжем по 3 столбика с одним накидом каждую вот эту арочку между розовой и синей, именно прям в арку, прям внутрь нее, не за петельки. Вот так вот провязываем весь ряд до конца. У нас будет только розовый цвет. Вот что у нас получается. Все, провязали мы этот ряд только розовым цветом. Теперь смотрите внимательно, где вот 3 идут вот так, значит вот тут посередине у нас должен быть бежевый цвет. Теперь берем мы бежевую ниточку, прикрепляем, делаем 3 воздушных петли, 1, 2, 3, подтягиваем тут и тут. Нитки никакие не отрезаем, накид делаем, и сюда вот между вот этих розовых двух вяжем 2 столбика с одним накидом. Вот эти нитки посередине между столбиком этим прокладываем. Вот что у нас получилось. Подтянули. Все. Теперь берем розовую ниточку, делаем накид розовой ниткой. Вот эти петельки сразу, вот эти ниточки мы сразу сюда вот прячем. Как бы видите, вокруг них обвязываю, чтобы потом ничего не прятать. 1, 2, 3. Все, провязали. Берем бежевую снова. Делаем накид. И вот видите, 1, 2, 3. Вот между ними мы вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Все. Вот эту коротенькую можно отрезать, чтобы она нам не мешалась. Все. Берем розовую теперь. Нитку накид делаем. Вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И все. Так вяжем этот ряд до конца. Все, ряд готов. Вяжем 3 воздушных петелечки, накид. Вот сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. Все, провязали. Делаем накид и вяжем только розовой ниточкой. Вяжем 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Все. И вот так вяжем весь ряд до конца только розовым цветом. Все, вот что у нас получается. Все, провязали мы этот ряд. Теперь берем синюю нитку нашу, которую мы не отрезали, и прикрепляем ее соединительным столбиком. Все, прикрепили. Розовую подтягиваем. Теперь вяжем 3 воздушных петельки, накид, 2 столбика с одним накидом. Провязали. Вот смотрите, 1, 2, 3. Здесь тоже должен быть 1, 2, 3. Теперь берем розовую, делаем накид и вяжем
розовые, 3 столбика с одним накидом. 3. Все, теперь берем снова синюю, делаем накид, вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И все. Так, смотрите, мы вяжем до конца ряда. Все, довязали мы этот ряд. Закончили розовой. Розовую убираем назад, не отрезаем. Прикрепляем синий, так как этот ряд мы будем вязать только синим цветом. Делаем 3 воздушных петли, накид. И вяжем 2 столбика с одним накидом. Все, провязали. Розовенько убираем назад. И теперь только синим вяжем этот ряд. Под 3 столбика. Все. Вот так вяжем мы по 3 столбика с одним накидом, только синим цветом. Все вот так у нас получается. Довязываем до конца этот ряд. Вот что у нас в итоге получилось. Вот этот один ряд элементов мы закончили. Начинаем второй. Смотрите, здесь идет в шахматном порядке. Теперь вот здесь, где 3 идут, здесь должна быть синяя. 1, 2, 3 подъема. И вяжем 2 столбика еще с одним накидом. Все, синий провязали. А вот здесь, где 3 синих, вот здесь между ними должна быть розовая ниточка. Берем розовую, так, эту бежу убираем, берем розовую и вяжем 3 столбика с одним накидом розовым цветом. 1, 2, 3. Все, теперь синим. И теперь мы начинаем вязать точно так же, как вязали с самого начала. У нас идет повторение рядов. Все, мы вяжем теперь вот так розовое, синее, потом будут все розовые, потом бежевые с розовым, потом все розовые, потом синие. И вот смотрите, когда свяжете вот этот последний, где розово-синий, после этого мы вяжем 1, 2, 3, 3 ряда только синими. 1, 2, 3, 3. Если над розовым считать, вот смотрите, над розовым, вот где розовый заканчивается, то 2 ряда. Все, вяжем так. И потом встретимся, когда вяжем второй наш элемент. Вот что у нас в итоге уже получилось. Вот что у меня получилось. Как я и говорила, 3 ряда сверху я связала синим, как и здесь. Теперь будем вязать вот эту часть и пяточку вывязывать. Так, меня как-то спрашивали, как определить, сколько вот здесь надо петелечек. Честно, я беру здесь на глаз. Я ровненько вот так складываю носочек, который мы вяжем. И вот здесь вот, где основание вот этих, я решила, что это и будет центр. Давайте я померю, сколько у меня тут сантиметров я оставила. 5 сантиметров я по центру оставила. Все, ну по краям где-то сантиметра 2,5 у нас выходит. Все, начинаем вывязывать. Все, снимаем здесь маркер, он нам мешает. Вводим сюда крючочек. И вяжем столбики с одним накидом. 3 петли подъема, 2. Накид. И вот в каждую теперь петельку мы вяжем столбик с одним накидом. И таких столбиков у нас должно получиться 37
штук. Все. А, да, еще не сказала. Вот здесь я отрезала, где ниточку. Это я на подошву. Тут вроде бы, ну, хоть шов и не видно. Ну, не знаю, я на подошву эту сторону. В общем, решила пустить. Все, вот так мы вяжем. 37 столбиков. Вот эту ниточку я сразу вязываю, чтобы потом не заниматься прятанием кончиков. Я не люблю кончики прятать, поэтому я их сразу ввязываю. И когда уже довязываю следок, то ничего прятать уже потом и не надо. Видите, вяжем вот за две душечки. Не за одну берем, а именно за две. Сейчас я вот это уберу и покажу. И вот здесь мы вяжем не прям вот сюда, нет, а вот сюда, вот прям вот за вот эти, вот, вот, вот прям за вот эти вот петельки, вот так вяжем, вот, таким методом мы вяжем 37 столбиков. Сейчас покажу, вот здесь, где ниточка, как надо провязать будет, где отрезанная. Мы здесь тоже так же вяжем. Вот смотрите, где я ниточку отрезала. Я сюда вот тоже ввожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид. Вот здесь следующая петелечка провязываю. И нитку, смотрите, я сразу снова прячу между этими. Вот, видите, провязываю. И прячется у меня ниточка. Если уже коротенький кончик, я уже в обратную сторону его убираю. И все. И теперь поворотными рядами туда-сюда. Нам надо так связать, сейчас скажу, 11 рядов. И потом мы будем вязать, уже вывязывать пяточку. Вообще эти следки можно по-хорошему здесь так, не спеша даже, связать за 4 часа. Вот видите, эту ниточку надо будет вот туда мне вот так, оп, убрать. Я вчера вот этот один следочек связала очень быстро, ну, буквально там за пару часиков. И то это так я разглядывала, смотрела, какие, куда, что надо вязать. Вот эти столбики, как идет узор. У меня есть еще там, конечно, очень много следиков всяких разных, но вот не знаю, может, я уже вам надоела следками что-то связать другое. Мы просили кофту. Кофта — это, конечно, такой долгий процесс, и как-то я еще не готова вся полностью показываться, я как-то стесняюсь этого, не знаю, может быть, решусь. Для начала хочу попробовать отснять кофту для ребенка. Планирую связать носочки для ребенка. Так, вот сняла я маркер, смотрите, между вот этими тремя тоже я делаю накид. Все, вот и получилось у нас 37 столбиков с одним накидом. Ну, в планах у меня еще связать носочки для ребенка тоже также крючком. Кстати, вот сделали 3 петли подъема, развернули вязание, делаем накид. И провязываем не вот в вот эту первую петельку, не в эту, во вторую, вот, протягиваем и провязываем наш столбик с одним накидом. Все, вяжем в обратную сторону, снова вот так в каждую петелечку. Вот. Крючком кофты я не люблю вязать, мне кажется, оно как-то топорщится. Крючком хорошо вязать на лето топики. Я вяжу, конечно, тоже топики летние, платьишки летние из хлопка. А вот как-то шерсть, полушерсть, как-то мне не очень нравится, мне кажется, оно толсто, грубо, стоячее все такое от крючка. Может, я просто плотно вяжу, не знаю. Но мне не нравится. Из-за этого я как бы кофты не вяжу крючком, а вяжу в основном спицами. Так,
Ну все, давайте теперь вот так туда-сюда вяжем 11 рядов вот таким методом. Вот вот так нам надо провязать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, и потом будем вот вывязывать вот эту пяточку. Все, связали мы 11 рядов. Вот смотрите, я маркерами тут тоже отметила. Теперь будем вязать пятку. Сегодня я хочу подробно показать, как ее вязать, так как очень много по ней вопросов. Итак, смотрите, вот с этой стороны я отложила 11 петелек. Смотрите, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 в 12 маркер. С этой стороны, смотрите, то же самое. Вот начинаем считать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Так, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 в 12 маркер. Посередине у меня 12 петелечек. Смотрите, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Принцип тот же самый у нас, как и вязание пятки спицами. Мы петли делим просто на три части. Все. Теперь начинаем вязать пяточку. Берем нитку, вводим до вот маркера у нас. Давайте я ниже сейчас опущу камеру. Вот смотрите, вот он маркер. Перед маркером я ввожу крючок. Берем ниточку и протягиваем. Все, маркер наш снимаем, он нам будет мешать. Делаем накид, пропускаем вот эту одну петлю, вот одну вот эту пропускаем, где маркер был, во вторую вводим крючок сюда вот. Видите, нитки я всегда прячу. И начинаем вязать 12 столбиков с одним накидом. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, ниточку сразу прячем, 6, все, нитку убираем назад, 7 8 9 10 11 12. Снимаем маркер. И вот смотрите, где был маркер, мы пропускаем петлю, а в следующую вводим, выводим и вытаскиваем сюда. Вот, протянули. Теперь смотрите, вот следующая петелечка, мы в нее вводим крючок, захватываем ниточку и протягиваем вот через нашу эту петельку. Вот, потом снова вводим, захватываем и протягиваем. Разворачиваем наше вязание. Развернули, делаем накид, и теперь вводим не сюда, а вот сюда, вот в первый столбик, где у нас идет крючок, за две душечки сразу, и провязываем 12 столбиков снова. Вот второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. И смотрите, куда 12 мы вяжем. Накид делаем. И вот смотрите, вот тут идет соединение наше. Вот. И прям вот
за вот эти две, вот здесь мы вводим крючок и провязываем 12 столбик. Вот что у нас получается. Теперь смотрите, одну пропускаем, вот одну пропускаем петельку, во вторую вводим крючок прям в целиком, вытаскиваем нитку и протягиваем через эту же. Теперь снова вводим крючок, вытаскиваем, протягиваем, вводим, вытаскиваем, протягиваем и разворачиваем. Вот, видите, у нас формируется уже пятка. Как вы поняли, вот здесь через одну снова делаем накид. Смотрите, теперь вводим вот сюда крючок. Вот, вот, смотрите, как бы показать. Вот наш первый столбик, вот он. И вот над ним есть дырочка такая. Вот в нее мы вводим крючок. Вот. И прям вот тут надо вот этот край прям хорошо затянуть. Видите, я плохо затянула. Поэтому я и лучше распущу. Подтяну ниточку. Все, вот хорошенечко затяну вот эту нитку. Накид делаю. И провязываю. Вот, видите, вот сюда. Все. И прям плотненько, чтобы прям рядышком вот так. Плотненько было, видите, рядом, как у меня получилось. Тогда там не будет дырочки и будет вот формироваться пяточка. Пятки сзади со швом я просто как-то не знаю, мне кажется, он тереть будет. И все, и снова вяжем 12 столбиков. Так, мы провязали 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11. И вот 12 снова мы вот сюда прям за вот эти две, видите, там нитка еще у нас одна остается, провязываем. Теперь здесь смотрите, одну петельку пропускаем, во вторую вводим крючочек и прям плотненько вот так прям вытягиваем. Видите, что прям не было вообще расстояния. Снова вводим, вытягиваем, вводим, вытягиваем. Все, через одну получается. Видите, что у меня получилось? Вот. Разворачиваем и снова вяжем в обратную сторону. Снова 12 столбиков. Вот смотрите, что у нас уже в итоге получается. Вот с этой стороны как у нас, и с этой идет. Вот смотрите, пятка вот такая вот. Сколько же у нас тут рядов, давайте посчитаем. 1 2 3 4 5 6. Все, 1 2 3 4 5 6. Все, так мы должны провязать 6 рядов. 2 у нас уже есть, значит, еще 4 осталось. Смотрите, девочки, 5 рядов я уже провязала. Так. И вот, вот, смотрите, 1 2 3 4 5. Хочу показать, как 6 делать. Он же у нас заключительный. Вот я 5 прикрепила ряд, как я показывала. Теперь снова 2 подъема. 1 и 2. Все, разворачиваем наше вязание. Вот эту нитку можно сразу спрятать. Так, делаем накид. Смотрите, накид. Снова вот сюда, вот как я показывал, вводим крючочек, первый наш столбик, начинаем вязать. Вот эту вот затягиваем. Смотрите, она ровненько получается. 12 столбиков. 1 2. Ниточку прячем сразу. 3 4. 5 6 7 8 9 10 11.
12 вот сюда, как я вам показывала. И все, смотрите, здесь раз петелька у нас остается, и вот вторая. Ну мы вот сюда в столбик вот сделаем, чтобы было ровненько. Все, вот так затягиваем и вытягиваем. Все, наша пятка готова. И вот так вяжем, хоп, одну воздушную петелечку, разворачиваем наше вязание. Все, и начинаем вязать. Видите, какая пяточка у нас красиво получилась. И все, вот теперь нам надо сделать вот такие два ряда обвязки с резинкой. А где тут моя резинка лежит? Вот, берем катушечную нашу резиночку. Положим ее вот сюда. Все, обвязываем просто обычными столбиками. Вводим, видите, резинка. Обводим резинку. Первый столбик сделан. Вот эту конец резинки этот сюда вот разворачиваем. Вот он. Начинаем вот так вокруг обвязывать теперь. Вместе с резинкой, столбиками. Резинку вообще надо что-то тяжелое положить, чтобы натягивать ее. Ну, руками можно натягивать, но лучше всего, чтобы под что-то тяжелое. На этом этапе даже уже следок можно на ногу померить. Все ли вы правильно сделали. Посмотреть, как он смотрится. Так, провязываем. Делаем вот так вот обвязку. На пятке мы делаем обвязку в каждую петелечку, столбики делаем. Вот так подтягиваем. Ввязываем резинку, чтобы пятка у нас потом не слазила. А то следок все равно он потом порастянется, и все, он будет слетать. Вот, смотрите. Когда мы довязали до вот этих столбиков, которые у нас были, мы 11 рядов столбиков вязали. Вот, смотрите. В эти столбики мы вяжем по 2 столбика. Вот, раз, два, затянули. Следующий вот столбичек. За него мы тоже вяжем. Раз, два, подтянули. И вот так вяжем. Раз, два, раз, два. Все, вот так подтягиваем нашу резиночку. И обвязываем вот так вокруг. Вот так наш следик, вот так вокруг. Два ряда синим. И один ряд, смотрите, я обвязала розовым. Все, я сделала обвязочку. Смотрите, один ряд розовый и два синих. Теперь отрезаем резиночку. Все, убираем. Так, ниточку вытянем. Сейчас резиночку мы с обратной стороны зафиксируем, чтобы она у нас не вылезла. Вот берем там петелечки, вытягиваем и вот сюда вот так резинку. Все, теперь вот здесь между петелек мы ее спрячем, чтобы она у нас не выглядывала. Так, берем, прячем, это можно отрезать. Отрезаем. Так, смотрите, теперь мы начинаем вязать наши веерочки. Как мы их вяжем? Вот, начинаем вязать веерки. Накид. Ну, здесь вначале можно 2 пропустить петельки, и начинаем вязать столбики наши опять. 5 столбиков с одним накидом в одну и ту же петельку. Вот я провязала уже 3 4 5. Все, теперь смотрим здесь. Раз, два, две петельки пропускаем, в третью вводим крючочек, провязываем. Все, провязали один веерок, накид, одну петельку во вторую вводим. И снова вяжем 5 столбиков с одним
Накидом. 2, 3, 4. Что тут? Трэш такая. Весь мусор в ней. Так, 4, 5. Все, 2 петельки. Вот 1, 2. В третью вводим. Провязываем. Вот, смотрите, какие веерочки у нас получаются. И так мы вяжем по кругу наши веерки. 3. И наши следики уже будут готовы. Девочки, вы хоть в комментариях напишите, надо еще следки вязать, не надо. Просто у меня очень много, конечно, вариантов следков. Я вот думаю, связать еще или нет. У меня еще варежки не отснятые, конечно, лежат. Я еще и их надо отснять. Может, завтра займусь варежками. А вот следочки, вот думаю, носочки еще ребенку связать. Вы пишите. Не стесняйтесь, что бы вы хотели увидеть. Что бы вы хотели со мной вместе связать. Еще котошапку я обещала связать, но это уже котошапка на весну-осень. И вот на весну-осень, туда попозже, уже, наверное, в феврале, я отсниму котошапку комплект. Так что планов очень, конечно, много. Времени не столько уж много. И съемка занимает тоже очень много времени. Так что, ну так, девочки, все, вяжем, девочки, веерки. Вот так по кругу. Вот такие вот веерочки у нас получается. И все, наши следики будут готовы. Вот и все, готовы наши следики. Вот такие вот они получаются у нас. Очень симпатичные, удобные. Так что пробуйте, девочки. Вяжутся очень легко. Я не знаю, свяжет даже неопытная вязальщица. Тут одни столбики только у нас вяжутся. Больше ничего такого. Так что, девочки, вяжите, пробуйте, и у вас обязательно все получится. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!